Самарские буревестники ищут игроков в американский футбол. Самарские теннисисты – третьи на первенстве страны. Тольяттинский лыжник – двукратный чемпион мира. Кубок мира мастеров по лыжным гонкам среди ветеранов дважды выиграл тольяттинец Дмитрий Шестопалов. Кроме него за Самарскую область бегали еще 22 спортсмена. Однако именно Шестопалов считался главным фаворитом соревнований. Дмитрий прежде выигрывал мировое первенство. На этот раз тольяттинцу не было равных на 30-километровой дистанции. Ее он проехал за 2 с небольшим часа. На пару минут быстрее Шестопалов пробежал коньком 10 километров. Юношеская сборная Самарской области завоевала бронзовые медали в командном первенстве России по теннису. По оценкам специалистов, особых предпосылок для этого не было. В стартовом рейтинге Самара занимала 6 место из 16. В матче за бронзу самарской команде противостояла волгоградская, более мастеровитая. Поэтому судьба обеих встреч решалась на тай-брейках. Чемпионами страны стала сборная Тулы. У девушек победу праздновали москвички. На стадионе «Волга» проспект Масленникова в субботу в 4 часа вечера пройдет отбор спортсменов в команду по американскому футболу «Самарские буревестники». Предпочтение крепким, быстрым, ловким и атлетичным претендентам. Приглашаются юноши от 14 лет, девушки от 16 и старше. Правила американского футбола знать не обязательно.